Так, всем привет! Пришли две посылки с Алиэкспресса. Сейчас будем открывать. Так, начнем с маленькой. Начнем с маленького пакетика открывать. Так, здесь пришли у нас шарики Orbis. Я заказывала 5 упаковок. 3, 4. И один продавец положил в подарок. Вот. 2, 3, 4, 5, 6. Так, все, вот такие шарики заказывала я. Так, второй пакетик открываем. Так, пришел такой чехол на Lenovo телефон. Так, сейчас распечатаем, посмотрим. Так, ну тут Даня с Кирей уже, да? Так, ну вот такой чехол пришел. Он, кстати, с подставкой здесь сразу идет. Так, ну, в общем, такой, салатовым цветом. Так, ну что, Кирилл у нас одевается. Даня уже оделся, да? Кирилл одевается. Идем куда мы с вами? Гулять. Гулять. Дань, ты уже оделся так быстро? А теперь носочки одевай. Вот носочки на. Одевай носочки. Сейчас еще подтяжки оденем. Сегодня у нас на улице прохладненько, так что так вот оделись сегодня, да? Это мои? Так, Даня носочки сам одевает. Это твои, да, они одинаковые размером. Так, Кирилл футболку правильно одел? Правильно, молодец. А в карман что-то положил? Телефон, что ли? Сейчас пойдем с вами в школу гулять, да? Где Владик учится у нас. Ну что, одеваешь? Нет. Они вывернуты, все, на, вот так одевай. Вон как Кирилл одевает. Ну все, сейчас пойдем, да? То мы вот ехали-ехали, и у нас слетела цепь. Ладно, хоть Владик теперь с нами пошел, вот сейчас делает цепь. Поздоровайся, Владик. Привет. Что, там вообще слетело, да? Да. Ну, сейчас починит, потом поедем. Кирилл, ты вот как она у тебя слетела-то, расскажи. Так, вроде на место стало, сейчас. Надо ее тут починить. Я тут сама одну. Надо... Вот починить надо, ладно, хоть Владик с нами пошел. Надо эту отрабатывать эту. А это надо... Что, никак? Укрутить эту. Надо было отвертку взять, да? Мамбу открыть? Так, вот купили мамбу, сейчас откроем. Что мамбу открыли? Что, никак, да? Вроде бы. Ну, полностью слетело. Сейчас пойдем, ладно, хоть один велосипед целый. Ну, мы доехали до школы. Здесь у нас учится Владик. А ты что, велосипед оставил? Здесь такая дорога нарисована. Ага, пешеходный переход, да? А ты как будто машина, да? Дань, на машине как будто едешь, да? Ага. А я, давай я буду по зебре идти, как будто я иду, а ты едь. Ты пока остановись, я должна пройти же. Кирилл, вот. Так, ну все, я прошла, теперь проезжай. Мама идет, все, останавливаемся. Пешеход идет. Надо пропустить, да? Все, теперь едь. Кстати, давай покажем чехол, который к тебе пришел. Вот такой чехол пришел. Вот так он на телефоне смотрится.
это снимается, да? И он получается весь салатовый. Ну, сними, покажи. Огоньки. Вот, получается весь салатовый. Классный такой. Можно с ним. И как подставка идет, да. Давайте. В общем, классный чехол. В Алиэкспрессе, да, чехол классный, да? Ну все, поехали на скамейку. Данечка, мы на скамейку с Ладиком сядем, ладно, можно? Огоньки. А ты езди, ладно? Где Кирилл-то пропал? Так, здесь Даня приехала, у нас тут сок мы купили. Яблочный, сейчас откроем. Открой, Влад. И Сладик сидит у нас. А где Кирилл наш? Я его не вижу. Ой-ой-ой-ой. А вон он едет. Весь облился, да? Нет? Ты Кирилла не видел, Дань? Где он? Что-то никого из своих нет. Вон он катается. Ничего себе, как он так умудрился. Смотри, вон там он, да? Приблизь. А там никак не приблизишься. Ничего себе, он уехал как далеко-то от нас. Деловой. Он круги наворачивает вокруг школы. Вот это вот школа Влада. Так, Даня тоже поехал, да, туда? Кирилл, он уже подъезжает. Уже приехали у нас все. Кирилл, встань возле Данечки, я вас фотографирую. Кирилл. Не хочешь? Давай, вставай, встаем и обнимайтесь. Вот, молодцы. На меня только смотрим. Еще давай. Все, молодцы. Ну все, поехали. У нас сегодня такой ветер холодный, да? Северный ветер. Даню потерял. А он туда куда-то уехал. Ну вот он. Мы поехали домой. Там Влад идет с другом своим. И куда мы заехали? На лужу. Так, вы сейчас все будете грязные. Поехали домой. Уже что-то холодно стало вообще сильно прям, да? Я еще такую кофту одела. Легкую, вообще же холодно. Иди, Влада, догоняй. С кем Владик идет? Да. С Игорем. С Игорем. Это друг его. Скоро в школу уже, да? 3 дня осталось. Сегодня у нас 28-й уже. Ну все, сейчас будем домой подъезжать. И все, заходить домой будем. Ну что, только сейчас пришли, да? Все замерзли, носы красные, да? Осень наступает, все. Сегодня какое число? 28-е у нас? Уже так холодно. Кирилл, сейчас снимем футболочку. Кофточку, да? Все, купаться пойдем? Сейчас мы идем в ванну купаться, да? Ну все, пошлите в ванну купаться. Так, очередные сейчас будут покупки. Значит, купила я яйца. Так. Филе куриное. Хлеб, как обычно, нарезной. Так, масло обычное, светлица подсолнечное.
Так, вот таких два сока, один уже выпили. Так, как всегда, корм кошачий. Кэти. Так, сейчас его уберу сразу. Так, вот такие шпроты крупные в масле. Беринг. Так, так, вот такие два чупа-чупса детям XXL. Так, сейчас детям отдам. Так, обычные печеньки, топленое молоко. Это в Пятерочке. Две пачки. Также заходили в Фикс Прайс, купили всяких вкусняшек. Вот такие тими по 77 они рублей с малиной и сливками. Так, вот такие. Две пачки я взяла. Привезли, только новинка не было. Так, еще в Фикс Прайсе мы купили, как всегда, вот такие подушечки, очень вкусные, со сливочной начинкой. Вот. Такие взяли. И еще в Фикс Прайсе взяли вот такие печеньки. Это Аленка с витаминами кальция и железа. Тоже очень вкусные, шоколадные вот такие. Две пачки взяли. По 25 они 50, это 51, те за 77. Вот такие две пачки. Так, и еще в Фикс Прайсе купили вот такую пасту коллекшн, макаронные изделия. По 25-50 они. Тоже очень хорошие макароны. Это печень, вот трески. Так, тунец. Тунец измельченный в масле для салатов. Такой вкусный очень. И, как всегда, молоко. В этот раз я взяла чебаркульское. Ну все, вот эти все покупки, которые наши были сегодня. Так, вот такие два каталога я взяла. Такой и такой. Пятерочки. Так, это у нас с 23 по 19. Ну, тут всякие пиво, напитки. Так, мельком покажу. Так. Ну, в общем, вот такой каталог. Так, здесь что у нас тут? Так, и еще вот такой. Это уже у нас по 29 августа. Ну, в общем, вот такой каталог. Так, вот эти все наши покупки на сегодня.